Добрый день, друзья! Вы смотрите программу «Музей Мания», и сегодня мы в Музее истории ГУЛАГа. Музей истории ГУЛАГа не так давно переехал в новое здание и открыл новую интерактивную экспозицию, которая называется «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». Меня зовут Константин Андреев, я руководитель образовательного центра Государственного музея истории ГУЛАГа, и сегодня я познакомлю вас с нашим музеем. И для того, чтобы отправиться в это емкое, короткое путешествие, я приглашаю вас в первый зал, где мы покажем вам вход в нашу удивительную и глубокую экспозицию. В первом зале нашего музея каждого посетителя встречает огромное количество дверей. Это двери как символ перехода из одного пространства в другое, из одного измерения в другое. Это двери, привезенные нашими коллегами, нашими друзьями со всей территории нашей страны. Двери из следственных изоляторов тюрем. Это двери из лагерных бараков со всей территории страны. Это двери и из гражданских построек, таких как высотный дом на Котельнической набережной, который возводили в центре Москвы, в том числе с применением трудозаключенных. Или так называемый расстрельный дом с улицы Никольской. Это здание военной коллегии Верховного суда, в котором было вынесено порядка 40 тысяч смертных приговоров в 30-е и 40-е годы. Сегодня эти объекты часто нам напоминают о том времени, но и музей напоминает о времени, где каждый человек мог быть осужден и отправлен в лагеря ГУЛАГа. Система ГУЛАГа родилась не сразу, но уже с 18 года, с первых лет прихода к власти большевиков, создаются по всей стране так называемые концлагеря. И, как правило, эти концлагеря размещаются на территории бывших монастырей. В Москве такие монастыри, как Новоспасский или Ивановский, превратились, соответственно, в Новоспасский концлагерь, в Ивановский концлагерь. Эти точки хорошо известны не только москвичам, но и всем россиянам. И надо помнить о том, что память о ГУЛАГе, она сохраняется и в таких культовых объектах. Очень часто, когда к нам приходят посетители, мы всячески призываем поработать, посмотреть, какая память и как сохраняется на территории, где они живут. Потому что память о ГУЛАГе, о людях, которые прошли через лагеря, в том числе через первые лагеря, через прототипы лагерей ГУЛАГа, это память, которую надо сохранять, в том числе через музейные экспозиции, через выставки, через культурные проекты. В музее очень много инсталляций, которые позволяют посетителю музея самостоятельно взаимодействовать со сложной информацией. Это и исторические документы, и личные судьбы людей, это и разные цитаты, высказывания известных тех же самых большевиков, которые мы анализируем и из которых делаем соответствующие выводы. Вот в этой инсталляции, где красными нитями прослеживаются причины, следствия террора, массового террора, мы пытаемся заставить людей понять, как этот террор стал возможен. И когда мы цитируем того же самого Ленина, Дзержинского, Троцкого, которые, по сути, стали основоположником массовых репрессий, мы, конечно, о многом задумываемся. Задумываемся и о роли личности в истории. Вот в такой метафоре, где представлен портрет Иосифа Сталина, мы говорим, что вблизи портрет Сталина не очевиден, но стоит отойти подальше, как его контур, изображение будет ярко проступать. И мы говорим о том, что нужна некоторая дистанция, чтобы понять и время, и людей. Но в то же время мы говорим о принципах работы с этой темой, потому что упрощать эту тему ни в коем случае нельзя. Мы, наоборот, ее усложняем. Усложняем для того, чтобы люди осознавали и понимали, что история гораздо сложнее, человек гораздо сложнее. И относясь к человеку и к прошлому как к сложному периоду, как к сложному наследию, мы начинаем задавать все больше и больше вопросов и, соответственно, ищем ответы на эти сложные, далеко не самые очевидные вопросы. И ответы приходят нам на ум благодаря тому, что мы знакомимся с документами, артефактами, инсталляциями, различными приемами музейной работы.
нашим соотечественникам хорошо известны самые крупные лагеря ГУЛАГа. Одним из таких лагерей были Соловки, Соловецкий лагерь особого назначения. Наши сотрудники по крупицам воссоздают историю и этого лагеря. Так, несколько лет назад к нам поступил так называемый Соловецкий альбом. Уникальный документ, который рассказывает о фотографиях Соловецкого лагеря, которые сделаны были силами сотрудников лагеря. Но в этих фотографиях фиксируется то, что сегодня исследуется историками. Это разные виды, это разные люди, которые находились на территории Соловков. И этот уникальный экспонат мы демонстрируем в зале Соловки. Соловецкий лагерь особого назначения. Среди грандиозных строек ГУЛАГа особое место занимает Беломорско-Балтийский канал. О нем мы, казалось бы, знаем многое, но в то же время не знаем ничего. И, что самое интересное, очень мало мы знаем о тех людях, которые остались лежать там навечно, а это тысячи и тысячи заключенных. В очень тяжелых условиях труда за год и 9 месяцев 227 километров трассы было пройдено этими людьми, и канал был открыт. Какими потерями это сопровождалось, известно только документам, которые в том числе представлены у нас в музее. Говоря о ГУЛАГе, необходимо говорить о единой большой слаженной системе, тяжелой системе, которая в себя включала огромное количество лагерных подразделений, пунктов, управлений, главков. И об этом мы говорим в том числе через разные проекты. И в нашей экспозиции есть интерактивная карта ГУЛАГа, которую можно увидеть и на сайте gulagmap.ru, но в экспозиции более подробно с ней можно познакомиться с помощью специальных панелей и с помощью схем, которые позволяют понять весь масштаб этой грандиозной, сложной и очень вредоносной системы. В музее часто бывают те люди, которые о репрессиях знают не понаслышке. Это люди, прошедшие через лагеря, это люди, которые являются детьми репрессированных родителей. Очень часто они приносят к нам экспонаты, свои личные предметы. И вот в таких витринах, маленьких модулях, где актеры Театра нации озвучивают личные истории, эти предметы занимают особое место. В данном случае вы видите предмет Георгия Семеновича Филиппова, который рассказывает, по сути, о своем отце через три маленьких предмета, которые сохранились в его семье. Это единственные предметы, которые остались от расстрелянного родителя. Одним из самых популярных вопросов, которые задают наши посетители, сколько человек прошло через лагеря ГУЛАГа, сколько человек было расстреляно. Из этих документов мы видим, что только за период Большого террора 1937-1938 годов было по политическим мотивам расстреляно порядка 700 тысяч человек. И как символ этого количества в комнате, рассказывающей об этом периоде, мы показываем порядка 700 тысяч гильз. С этими гильзами посетители взаимодействуют и задают те самые вопросы, с которыми часто уходят из музея. Над ними они думают и размышляют о том, что нас делает людьми и что нас людьми не делает. Главное управление лагерей, ГУЛАГ, постепенно сковывал страну стройками, тюрьмами, местами лишения свободы. И так же, как вот эти арматурные ряды сковывают движение нашего посетителя, эта система развивалась и становилась абсолютно нечеловечной. К 50-м годам свыше 2 миллионов заключенных работало в лагерях. Об этом мы часто говорим, показывая в том числе архитектурный план типового лагеря на 5000 человек. И эта типичность заставляет нас задуматься. Со смертью Сталина, конечно, система начала видоизменяться, но еще не скоро люди, которые были в лагерях, начнут возвращаться в свои дома.
спустя несколько лет после смерти Сталина, о которой мы отдельно говорим в нашем пространстве, мы только можем говорить, что люди возвращались. Возвращались к своим родным, близким, а иногда в те места, где ничего не осталось от тех лет, когда человек был арестован. В нашем музее есть важная точка. Если ее переступить, то звук сообщит нам о смерти Сталина. И этот звук, который, казалось бы, вдохновляет, заставляет задуматься о том, что нас что-то ждет, заставляет на самом деле еще о большем размышлять и сопереживать. Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Отдельной страницей истории массового террора являются дети. Дети, прошедшие через лагеря, дети, которые были отправлены после ареста родителей в детские дома. Многие из них, которые сегодня приходят к нам в музей, рассказывают душещипательные истории. И не каждый рассказывает, потому что до сих пор это является травмой, которую он несет через всю свою жизнь. ГУЛАГ оставил очень глубокий и травматичный след в истории нашей страны. Для того, чтобы этот след был изучен, мы выезжаем в отдаленные места нашей страны и сохраняем то, что осталось от лагерей ГУЛАГа, где трудились миллионы наших соотечественников. Те экспонаты, которые привезены нашими сотрудниками из этих экспедиций, это маленькие свидетельства огромной страны внутри СССР. О стране ГУЛАГ мы рассказываем через эти экспонаты. На этом наша экскурсия подходит к концу, и я вас призываю обратить внимание на тему истории ГУЛАГа, как одну из самых сложных тем в истории нашей страны. Приглашаю к нам в музей и на наши сайты, на наши проекты, где вы также можете подробно изучить эту тему.